прожил в любви. Кто-то боль носил в груди, кто-то в счастье, кто в печали. Должен путь земной пройти. Ищет кто-то цель, мечту, кто-то изменил судьбу, кто-то родину сменил, и в страданье жизнь ему. Кто-то свой, забыв покой, лечит души добротой. Кто-то жизнь свою отдал, чтоб счастливей мир наш стал. А жизнь бежит рекой, бурлит в судьбе людской, игрой чудесной создавая мир наш непростой. А жизнь бежит рекой, и выбор за тобой. Не уставайте, моя принцесса. Будьте здоровы. В этот свой чай вы добавили мед? Есть и мед, и сахар. Не беспокойтесь. Ну ладно. Ой, здравствуйте, мамочка. Здравствуйте. Здравствуйте. Как отдохнули, мама? Живите долго. Состарьтесь вместе. Будьте счастливы, дочка. Пусть у вас будет много детей. Ну-ка, идемте, садитесь. Идемте, невестка. Садитесь. Как вы отдохнули, сынок? Да, нормально. А сами хорошо отдохнули? Да, мамочка. Спасибо. Это мамочка. Да. Можно у вас спросить что-то? Спрашивайте, невестка, конечно. Да, спасибо. Прошло более 2 недель со свадьбой. Уже близко сессии. Я бы хотела сходить на учебу. Я отстала от занятий. Ой, обязательно, невестка, вы будете ходить на учебу. Я до свадьбы обещала вашей маме, что разрешу вам учиться. Помните, доченька? Спасибо, мамочка. Да. Спасибо. Кстати, сынок. Да, мама. Ты будешь возвращаться, сделай покупки, хорошо? Хорошо, мамочка. Принесу все в лучшем Дай виде. Дай бог вам удачи, мой золотой, родной мой. Аминь. Удачи вам. Ну-ка, угощайтесь. Ты погладила мой платочек? Угу, вот. Спасибо. Камронака? Да. Что? Вы знаете, мы новая молодая семья. Вот... Что-то нужно? Я сам принесу, что скажешь. Что тебе подарить, скажи. Свозите меня в Дубай. В Дубай? Угу, в Дубай. Смотрите, в Инстаграм вся молодежь свой медовый месяц проводит в Дубае. Давайте мы поедем. А, да, оставь ты. Давай позже поедем. Ты новая невестка, гостей еще много принимать. Мы будем всю жизнь вместе, Дубай не убежит. Ну, говорю же, и медовый месяц проведем. А что мы скажем маме? Или и маму заберем с собой? Нет, мамочка останется здесь. В Дубай поедем только вдвоем. Я не могу оставить маму. Даже если мы поедем, маму заберем. Ну, мама же не маленький ребенок. Пока нас не будет, будет 10 дней в гостях у тети. Ну, соглашайтесь. Шосанам, сейчас я опаздываю на работу. Давай потом поговорим, ладно? Хорошо. Эй, не дуйся сразу. О таких вещах нельзя сразу принимать решение. Иди, оденься, я подброшу тебя на учебу, хорошо? Подожду в машине. Поторопись. Давай, не дуйся. Ой! Ой-ой-ой. Ой, друг мой, как ты? Живи? Все нормально?
Как ты? Долго добираешься? А ну-ка, постой, тебя невестка не пускала? Да хватит, оставь ты свои шутки. Знаешь же, с утра на дорогах пробки. А, знаю, 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 совершенно верно. На дорогах большие пробки, понимаю. А ты сам почему опоздал? Кажется, начальник еще не пришел? Да, сегодня шеф заедет в банк, приедет позже. Ты слыхал? К тому же шеф с семьей едет за границу. Ты сказал «за границу». Я вспомнил одну вещь. Здесь твоя невестка просит у меня большой подарок. И что, бриллиант? Просит бриллиантовое кольцо? Да нет, в медовый месяц. Поехали в Дубай, говорит. Говорит, мы новая, молодая семья. Сейчас ты знаешь, в Инстаграме все блогеры едут и хвалят Дубай. Да, не говори. Ей интересно. А у невестки-то очень хороший аппетит. Я сказал «нет», а она надулась. Что делать, я не знаю. Бедный, и тебе тяжко, понимаю. А знаешь, ты до свадьбы исполнял все ее желания. И вот результат. Избаловал. Чуть что, обижается. Да ладно, пошли, зайдем внутрь, поговорим за кофе. Ладно, ладно. Пойдем. Ой, привет, подруга. Подруга. Как жизнь? Все хорошо? Спасибо. Хорошо. Ты чего так долго? Ой, я задержалась немного. Да, не говори. Я так по тебе соскучилась. Ну и как бы с невесткой, хорошо? Ты прислуживаешь своей свекрови? Не трудно? Да, моя свекровь очень хорошая, чтобы не сглазить. Самое главное — быть в хороших отношениях со свекровью. Да, кстати, на следующей неделе у нас посиделка с девочками. Ты знаешь, да? Придешь? Мы так собирались перед экзаменами, помнишь? Не знаю. Точно не знаю. Потому что мы с мужем хотим поехать в путешествие в Дубай. Честно? Угу. Ух ты, здорово же. По-моему, это твоя идея, да? Угу, угадала. Утром я сказала мужу, поехали в путешествие в Дубай. Он сказал, я сегодня поинтересуюсь насчет билетов в турфирмах. Как же здорово. Я так завидую тебе, если честно. Я захотела, чтобы запомнился наш первый год совместной жизни. Да, правильно подумала. Пусть и мне судьба преподнесет такое счастье, подружка. Дай бог. Ой, пошли быстрее. Время уже 9. Зайдем на занятия. Эй, зайдем, конечно. Пойдем. Нет. Ну ладно, идем. Здравствуйте, мама. Как вы? Здравствуй. Как добрался, сынок? Нормально. Не устал? Да, слава богу. Ты мой хороший. Спасибо. Все хорошо. А почему вы одна кушать готовите? А где ваша невестка? Ой, невестка моя пришла с учебы, уставшая. Пусть немного отдохнет. Я не звала. Мамочка, так вы избалуете свою невестку. Вы, как другие свекрови, не можете отдохнуть, протянув ноги? Ой, душа моя. Разве готовить – это работа? Я же сама смогу приготовить все. Ты брось, пусть невестка немного отдохнет. А что вы готовите? Легенькую машкчеры приготовила. Ты иди переоденься, позови невестку, вместе поужинаем. Хорошо, мамочка, хорошо. Иди, сыночек, хорошо. Иди, мой сейчас. Вау, как красиво. Шахсанам. Ой, Камранаке, когда вы пришли? Здравствуйте. Здравствуй. Конечно, если ты залезла в телефон, не заметишь, как я вошел. Извините. Смотрите, какие красивые места есть в Дубае. Я разглядывала их. Если мы поедем в Дубай, заранее планирую, куда мы сходим. Послушай, ты не спеши, мы же еще не решили. Ой, после свадьбы я вас первый раз о чем-то прошу. Вы же не оставите без внимания мою первую просьбу? У тебя просьба слишком большая.
Дубай ведь тебе не той типа, чтобы раз и съездить. Что такого? Если поедем, с удовольствием попутешествуем. Как мы начнем свой первый совместный год, так же красиво пройдет вся наша жизнь. Эй, Дубай, ты дашь мне поесть или нет? Или мы будем наполнять желудок только разговорами о Дубае? Вы опять уходите от разговора, да? Хорошо, поедем, хорошо. Только, пожалуйста, давай сейчас поужинаем, а? Хорошо. Сейчас вмиг накрою вам. Спасибо. Дубай, Дубай. Все уши прожужжала эта девчонка. Ой, слава богу. Спасибо, мамочка. Очень вкусно было. На здоровье, дочка. На, возьми, сынок. Дайте, мамочка. Ну-ка, аминь. Чтобы все у вас было хорошо. Аминь. Аминь. Аллаху Акбар. Спасибо. Как на работе дела, сынок? Да, мамочка, пойдет. Конец месяца, отчетов много, работы достаточно. Пусть Аллах даст тебе много сил, сыночек. Спасибо, мамочка, спасибо. Это, мамочка, у меня задание. Я буду в комнате, ладно? Хорошо, дочка, делайте свои уроки, идите. Хорошо. Выглядишь грустным. Мама, мне надо с вами посоветоваться. Все в порядке? Что такое? Ваша невестка просит свозить ее в Дубай. Покой не дает. Что? В Дубай? Ну, да. Что вы скажете? Мы хотели и вас с собой взять. У нас ведь тоже есть красивые места, живописные. Что делать так далеко? Это я не могу объяснить вашей невестке, мама. Да и к тому же, я не могу оставить свой дом, сынок. Ты же сам знаешь, недавно была свадьба. Свадьба твоей сестры, тети, дяди, все захотят прийти выпить чая с рук невестки. Это же обычай. В гости придут. Как мы всех оставим и уедем, да? Ты, сынок, хорошенько объясни невестке. Скажи, пусть немного пройдет времени, потом поедете. Ладно, да хоть куда, в Дубай или в другое место. Вот тогда я с вами вместе поеду, хорошо? Воздух поменять. Мама, мне нет никакой разницы. Как по мне, лучше не сейчас, а потом съездить. Мне сейчас надо свои дела наладить. Ну вот. Сыночек, ты спокойно, без грубостей, по порядку. Объясни все, ладно? Ты скажи, что поедете в другой месяц в этот Дубай, хорошо? Чуть позже. Ладно, я еще раз попробую поговорить. Ладно, сынок. Ладно, хорошего отдыха вам. Спокойной ночи. Хорошо. Поговорили, Камран Акя. Что сказала мама? Она согласилась? Как много вопросов ты задаешь, а? Сначала сядь сюда. Короче... Ну, говорите быстрее. Мне не терпится. Давай этот Дубай перенесем на потом. Недавно была наша свадьба. К нам домой хотят прийти родственники, тебя увидеть. Они же все пришли на свадьбу, опять придут. Ты же новая невестка. Они чай попьют из рук невестки. Подарки принесут. Значит, мы в Дубай не едем, да? Эй, ты схватишь что-нибудь и не отпускаешь, да? Ладно, не поедем в этот Дубай. Ой, и ты сразу обижаться, да? Обиделась. Не говорите со мной. О, боже, дай мне терпение. Ох. Эй! Ох, все было так хорошо.
Шахсанам, поторопись, я опаздываю. Давай быстрее. Не стоит, я сама пойду. Стой. Эй, я тебе говорю. Эй. Все в порядке? Что такое? Посмотрите на свою невестку. Со вчерашнего вечера обижается на меня. Ой, на что она обижается, Камрон? Как на что, мама? Опять эта проблема с Дубаем. Ой, сыночек, я же тебе сказала, спокойно, по порядку, хорошенько объясни ей. Эх ты, мама, боже мой. Я объяснил. Это тоже очень упрямая, не отстанет, пока не сделаешь. Ладно, сыночек, ты иди на работу, не порть себе настроение. Удачного дня тебе, сынок. После учебы придет она, я сама с ней поговорю, ладно? Сделайте так, мама, пожалуйста. Ладно, я поеду на работу. Ладно, сыночек мой, храни тебя, Аллах. Аминь. Удачи Аллаху тебе. Акбар. Ладно, счастливо оставаться, мама. Ладно. Не задерживайся, сынок. Хорошо. Будь осторожнее. О, боже мой. Подружка, как идет подготовка к поездке в Дубай? Уже уточнили, когда едете? Потихоньку начинаем готовиться. Муж должен только купить билеты. Тогда и день уточним. Через неделю-две поедем, дай бог. Ой, как же здорово. Тебе все завидуют, ты это знаешь? Да, и ты сама сразу разнесла всем, да? Ну, ты же знаешь, девочек, промолчать не могут. Сразу говорим, не стерпела. Ну вот. Он... Та Лайло есть же? Как услышала, сразу же в лице изменилась. Да ну. Завидует. Когда купили билеты, тогда бы я и сказала, Барно, ты немного поспешила. Да ладно, брось. Ты же все равно едешь в Дубай, уже все знают. Теперь они лопнут от зависти. А, да, кстати, ты как приедешь туда, только сфотографируйся, хорошо? Поставим в Инстаграм. Я буду лайкать, хорошо? Все девочки будут завидовать, пока ты не вернешься. Конечно, как приеду в Дубай, первым делом буду фотографироваться. Да, так и сделай. Хорошо. Если я буду выходить замуж, я тоже скажу, чтобы медовый месяц был в Дубае. А потом будем там. Пусть исполнится твое желание, подруга. Пусть исполнится. Эх, как я теперь буду выглядеть на глазах у подруг? Зря я раньше времени хвасталась. Ах, так плохо стало. Куда теперь пойдем? Домой. Погуляем? Нет, мне домой надо. Ну, что ты? Знаешь, невесток после уроков сразу же домой. Ты же вышла замуж. И отдали мы тебя сразу же, да? Да, ну тебя. Слава богу. Вот и отчет издали. Теперь пришло время отдыхать. Эй, не говори мне об отдыхе. Когда говорю об отдыхе, у меня начинает болеть сердце. Что опять случилось? Да как что, упрямство моей жены. Мама сказала, приедут родственники посмотреть на новую невестку. Что в Дубай поедете позже, а тут эта жена обижается на это. А, остался между двух огней. Да, не говори. Со вчерашнего вечера обижена на меня. Звоню, не отвечает даже. Не надо, не переживай. Позлится немного, потом забудет. Ты как будто не знаешь Шахсана. Знаешь ведь, она добьется своего. Сегодня мама сказала, что сама поговорит со своей невестой. Пусть поговорят, будь что будет. Ну вот, тетя же сказала, поговорю. Хватит, все, не волнуйся. На самом деле, все женщины такие, требуют внимания. Время пройдет, все забудется. Еще вспомнишь мои слова. Один хороший совет. Зарплату возьмешь, купи хороший подарок. Твоя жена так обрадуется. Честно, я сам об этом подумал. Все, ты новоиспеченный жених. Ни о чем не думай, улыбайся. Mm-hmm. Я тебе сам куплю да. Шоколад. Ой.
Ой, не уставайте, невестушка. Проходите, мамочка. Вам заварить чай? Нет, нет, погодите с чаем. Садитесь, невестка. У меня к вам небольшой разговор. Невестка, вы еще молоды. К тому же новая невестка. Даст Бог, в вашей жизни еще все впереди. Вы еще все успеете, везде съездите. А сейчас вы и нас немного поймите, невестка. Посмотря на вас, выпить чай из ваших рук, поздравить вас хотят приехать все наши родственники. Да еще и работа сына останется. Поэтому, невестушка, я вам честное слово обещаю. Даст Бог, мой сын обязательно свозит вас в этот Дубай. Пусть пройдет только немного времени, хорошо, дочка? Пусть уменьшится приемы гостей, ладно? Хорошо, мамочка. Спасибо вам, что вы говорите хорошо. Ладно. Вы займитесь своими делами. Я буду в комнате, ладно? Ладно. Вы моя хорошая. Я так мечтала, и то не получилось. Что вам нужно? О, я поздороваться, женушка. Здравствуйте. Что такое? Да ничего. Звоню, не нужно ли чего домой? Не знаю. У мамы спросите. Не устала душа моя? Нет, не устала. Знаешь, сегодня женщины на нашей работе принесли духи какой-то фирмы. Я тебе тоже хотел принести, но не знал, какие купить. Не стоит, мне хватает своих. Ах так? Тогда купить тебе какое-нибудь платье? Ты бы на учебу ходила красивой. У меня и платьев много не надо. Понятно. Скажи, что тогда хочешь? Я бы купил. Ничего не нужно. Я у вас просила только одно, и это не сделали. Больше ничего не хочу. Да ну хватит уже, замучила ты с этим Дубаем. Я же тебе пообещал, что свожу. Потом, может, и не только в Дубае, но и в другие города свожу. Спасибо. Я как будто уже съездила. Хорошего отдыха вам. Ты хочешь спать? А давай посидим, поговорим, как муж и жена. Мы еще много будем говорить. Вы ложитесь, отдыхайте. Ой, боже мой, дай мне терпение. А, Камруан? Да, мама. Ты идешь на работу, сынок? Да, мама, на работу. Да, кстати, сегодня на обратном пути сделаю покупки. Да. Чтобы завтра перед гостями не было стыдно. Да, верно, правильно говоришь. Ты не забудь купить мясо, хорошо, сынок? Да, я понял, мама. Все. Завтра мы приготовим для тебя манты, которые ты любишь. О, будем поправляться, да? Да. Придет твоя сестра. Втроем быстренько приготовим манты. Хорошо, сынок? Да, отлично. Кстати, где невестка? Она не пойдет на учебу? Не пойдет, мама. Почему же? Как это? Она плохо чувствует себя? Мама, она чувствует себя хорошо, просто, как всегда, обижена. О, боже мой, такая обидчивая оказалась, а эта невестка. Да, что тут говорить, мама. Ладно, оставьте. Будете молчать, сама придет в себя. Ладно, ты не думай, сыночек. Закончи свои дела, и пока базар не закончился, сделай все покупки. Возвращайся пораньше, хорошо? Да, и купи сладенького невестке. Подними ей настроение, сынок. Ой, мамочка, вы такая хорошая женщина. Думаете только об этой своей избалованной невестке.
Она же тоже мой ребенок, конечно, буду думать. Вот увидишь, я такие подарки буду дарить своей невестке, такие подарки. Она обрадуется, сынок, вот увидишь. А мне есть подарок, мамочка? Ты не опаздываешь на работу? А? Ты опаздываешь. Все, ухожу, ухожу. Иди. Ладно, мамочка, все, я ушел. Сынок, что-то мы разговаривали. Благословите, мамочка. Ладно. Храни тебя Аллах. Удачной дороги тебе, сынок. Аллаху акбар. Счастливо оставаться. Будь осторожен. Хорошо. Ах, сыночек мой, сынок. Алло. Алло. Да, подруга, как ты? Как ты? Все хорошо у тебя? Сегодня ты не пришла на учебу. Я беспокоилась, поэтому звоню тебе. Да, я в порядке, не беспокойся. Значит, ты готовишься в Дубай, да? Да, можно и так сказать. Сегодня мне надо было сделать покупки на базаре. Знаешь, там жарко. Да. Вот поэтому купить себе легкую одежду. Так, да. Тогда не буду тебе мешать, ладно? Ты завтра же придешь, да, на учебу? Да, пойду обязательно. Ну, ладно, хорошо. Береги себя. Передавай привет, хорошо? Да, хорошо. Передам твой привет. Я не знала, от кого передавать привет ему. Шахсанам? Вы в порядке, доченька? Вы не вышли завтракать? У меня немного голова болит. Уже прошло, мамочка. Ну, тогда ладно, хорошо. Выходите, вместе чаю попьем, доченька. Хорошо, сейчас выйду. Идемте. Мамочка. Ой. Невестка, вы себе тоже наберите поесть. Нет, мамочка, почему-то аппетита нет. Ой, вы же станете голодной. Немного голова болит. Я пока не голодна. Можно я в комнату отдохну? Ну ладно, что мне сказать. Заходите, отдохните тогда. Угу. Эй, ты хотя бы чай попей? Спасибо, не буду. Каждый день одно и то же. Если честно, даже после работы домой не хочется приходить. Сынок, не надо, не порть себе настроение. Если она так мечтала... Ладно, черт с ним, свози ее в этот Дубай. Да нет, мама. Родственники должны прийти. Если мы уедем, что они подумают? А что такого? Я же сама дома. Я их сама красиво буду принимать, сынок. Ты отвези ее. Нет, мамочка, мы никуда не уедем без вас. Если даже поедем, то вместе. Ой, ну, сынок, ты тоже теперь не упрямься. В таком случае семья ваша распадется. Пусть в начале вашей семейной жизни не будет никаких обид, оскорблений, сыночек. Свози ты эту невестку туда, а? Зачем тебе это все? Ой, ладно, мамочка, как скажете. Ты поешь? Потом зайди к ней и скажи новость. Может быть, успокоится, и настроение поднимется у нее. Хорошо, мамочка. Вот увидите, сейчас у нее быстро голова вылечится. Ой. Сыночек ты мой. Для меня лишь бы вы оба были здоровы и счастливы. Чтобы улыбались, веселились, вот и все. Больше ничего мне не нужно. Бери, сынок, ешь. Открой глаза, я знаю, что ты не спишь. Вам-то что? Я спать хочу. Если ты заснешь, то кто будет готовиться к поездке в Дубай? Что? В Дубай? Ну да, на следующей неделе я тебя заберу прогуляться в Дубай. Вы же не шутите, да? Зачем мне шутить? Раз моя принцесса захотела в Дубай, как мне ее не свозить?
Слава Богу. Слава Богу, настал день, когда ты улыбнулась, а? Теперь я всегда буду улыбаться. Пусть так и будет. Я не выдержу, если ты будешь хмуриться. Слушаюсь. Тогда я сегодня же начну подготовку. Там будет очень жарко. Мне надо приготовить вещи. Да, кстати, когда вы купите билеты? Завтра первым делом займусь этими билетами. Слава Богу, вы меня так обрадовали. Ладно, я начну готовиться. О боже, у меня еще столько дел. Ой, друг мой, как ты? Как ты? Как дела? Нормально. Ты с трудом стал приходить на работу. Да, с утра ходил в турфирму. Ой, все в порядке? А, невестка все-таки добилась своего, да? Купил 2 билета в Дубае. Здорово же. А тетю не забирайте? Мама сказала, езжайте сами. А, ладно, ладно. Молодежь ездит, отдохнет, да? Угу. Хочу порадовать жену. Хорошо. Знаешь, если наши женщины не улыбаются, не радуются, наши дела как будто останавливаются. Ничего не хочется делать. Верно говоришь. Она уже несколько дней ходит хмурая. Как услышала про Дубай, поменялась на 180 градусов. Да, конечно, она обрадовалась, так как едет в Дубай. Да, когда вы улетаете? Билеты я купил на 2 дня позже, поэтому сегодня закончу все дела и попрошу у шефа разрешения. А, значит, ты не придешь в чайхану в воскресенье? Ой, у нас чайхана была, да? Друг, прости, не смогу в этот раз. У меня был хороший друг. Он, женившись, я лишился его. Да ладно тебе. Идем, зайдем внутрь. Я быстрее закончу дела. Пойдем. Ой, Барно, пожелай нам удачной дороги. Вот, наконец, мы уезжаем в Дубай. Как же здорово. Подружка, я так завидую тебе. Обязательно желаю тебе удачи. Как приедешь, нет-нет, как сядешь в самолет, отправь мне фотографии, хорошо? И видео тоже. Хорошо. Каждый шаг буду фотографировать. Пока. Счастливо добраться. Ладно, пока. Ой, ты до сих пор сидишь? Поторопись, опоздаем на самолет. Ладно. Ой, дети мои, давайте поскорее, не опоздайте. Все, мама, вот. Ну-ка, поспеши. Мамочка, ну-ка, благословите нас. Пусть ваша дорога будет безопасной. Верните живыми и здоровыми. В этом Дубае, о котором мечтала моя невестка, погуляйте с удовольствием. Аминь. Аллаху Акбар. Спасибо, моя мамочка. Ты моя сладкая. Счастливо добраться вам. И вы не скучайте, хорошо? Хорошо, невестушка. Ну ладно, мамочка. Ладно, сыночек. Храни берегите вас, себя. Аллах. Счастливо добраться Мы будем вам. Звонить вам. Хорошо, мама? Хорошо, идем? Веряю вас. Откроем дверь. Поспешите, ага, не опаздывайте хорошо. На самолет. Ну-ка. Сейчас. Кто там? Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Сыночек, вы почему вернулись? Все в порядке? Или вы опоздали на самолет? Нет, мамочка, мы не опоздали на самолет. Что тогда произошло? Ну-ка, заходите-ка сюда. Зайдите. Сейчас, мамочка. Что такое? Сынок, что случилось? Почему вы вернулись? Прошли все проверки, только сели на самолет. Ну? А вашей невестке стало плохо. Ой. А что случилось, невестка? Вы здоровы? Хорошо, мамочка, не беспокойтесь. Потом отправили на медосмотр. Ну, что дальше произошло? Ваша невестка, оказывается, беременна. Скоро вы станете бабушкой. Ой, боже, неужели? Ой, вы моя хорошая, моя сладкая доченька. Поздравляю. Ну, наконец-то. Пока проходили медосмотр, самолет улетел. Чтобы опять не стало ей плохо, мы отменили поездку.
Вот мы, чтобы быстрее донести до вас новость, отказались от поездки в Дубай. Ой, мои хорошие дети мои. А я-то после вашего ухода начала думать, как же я буду здесь жить без вас. И начала сразу скучать по вам, дети мои. Ну ладно, вернулись с большим подарком и новостью. Ничего не стоит того, что новая невестка в новом доме сидит и выполняет свои обязанности, мамочка. О, да. Мамочка, за то, что я капризничала, вредничала, простите меня. Сколько бы вы ни капризничали, мы обязаны выносить это все, родная моя. Я вас не невесткой, а дочерью назвала. Вы моя хорошая, моя золотая. Спасибо большое, мамочка. И меня мамочка. Тоже поздравьте, и меня сыночек, тоже, мамочка. Ты мой хороший, поздравляю. Ой, родной моя мой. Родная, спасибо. Вы мои хорошие, поздравляю вас. Ой, мои золотые дети мои, поздравляю вас. Да, вы вас. Самое лучшее.